Иди тихонько, Рейн. Не стоит беспокоить наших новых друзей. Согласна. Обслуживание парка просто никакое. О. Строго говоря, эти штуки нельзя оставлять включенными без присмотра. Замечательно. Почему у этой щеподробилки такой шумный дизель? Что, мне сейчас туда надо будет закидывать вот этих? Или что? Черт, у меня заканчивается кровь. Черт. Эй, как насчет огня? Все пули непробиваемые монстры боятся огня. Я не могу пострелять, у меня нет крови. Эй, мальчики, классная у вас тут машинка. Но чтобы точно понять, как она работает, надо взглянуть изнутри. Да ёкала мне. Да что ты его не ел-то? Ну зачем? Давай, 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 вставай, 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 вставай. А, он непонятно, не получится. Какой приятный бой. Вот так можно, ага. Попробовать, по крайней мере. Да понятно, что в машину я отъедаюсь. Я ярость себе устанавливаю, пистолетики. Че, не видите? Вообще ни за что попало. Это круто, детка. Надо
Так, все, ладно. Мне пистолетик бы еще установить. А, да почему ж теперь... Вот этот тупой вид противника, который с оружием. Как же он бесит. Еще столько хп сносит. Все, пойдемте к машине. Доело. Что это было сейчас? Да нет, да. А, он съел его. А, нет. Так, второй пошел. Не надо жуков, мужики вообще хорошенькие. Смотрите, какие. Вообще лапочки самые полезные здесь. Только благодаря этим жучкам я отъелся. Восстановил хп. И героически убегаю. Толковая диета. Давайте не будем им дышать. Пошли дальше. Вы такие молчаливые, просто жуть. Если бы меня жрали тараканы, я бы визжала, как сирена. Вам надо бы прояснить этот момент насчет темного дара. Шепчет на вампирском. Думаете, это круто, да? Совсем нет. Вы, наверное, все это на ходу придумываете. Это еще один повод порубить вас к чертям собачьим. А зачем мне показали это место? Мне что непонятно, здесь же нет выбора игры. Ой, выбора сложности игры вначале не было. Это
Это нормальная сложность, вы издеваетесь? Да не его же. Нет! Отлично. О, горит, горит. Хорошо горит. А почему, когда я поджигал, он не горел? В настройках не было сложности. Северин, я перед аквариумом. Что думаешь? Это самый короткий путь. Ясно. Но если там бродит толпа пираний, которые попытаются меня сожрать, ты мне ответишь. Ясное дело. Он сгорел. Замечательно. Северин, здесь все затоплено. Ну, тогда тебе придется остерегаться. Воды? Спасибо. Действительно, спасибо. О. Умные, да? Да, мне нужны глаза на затылке. Каждый аквариум — бомба-ловушка. И они это знают. Давай, хватай. Рик, спасибо за ресап. Спасибо, 4 месяца. Почему ты аквариум ты не хочешь разбить? Отлично вообще, просто круто. Хотел его попить. Немножко. Мне бы огнемет еще зарядить. Где ты сейчас? Главный зал аквариума. Хорошо. Я вижу туннель для стока воды под залом. Наверное, его можно вскрыть, если применить достаточную силу. Если я попрыгаю на люке, это вряд ли поможет? Боюсь, что так. Найди что-нибудь, чтобы пробить пол. Ты это умеешь. Надо бы взглянуть сверху. Вот по этой лестнице. Где? Куда? Кровь. Придумай, как пробить этот пол, Рейн. Посмотрим. Достаточно веса, чтобы пробить пол.
Я думал, кидать в эту штуку надо будет. За цепочку, хватайся. Ну ладно, что дальше? Ну там, ну пол-то пробит, но... А, во, вода ушла. Хоть противники сейчас нормальные. С мечами, конечно, дурацкие. Нет, в воде стою. Забавно это отрабатывает так. Как оно? Ну, ну ладно. Она рядом. Эфемера. У меня мурашки по коже. Как много здесь теней. Я бы очень хотел быть рядом и помочь тебе, Рейн. Знаю, Северин. Я бы тоже этого хотела. Ненавижу этих эфемеров. Всяких эфемеров. Эфемериных. О. Она их всех съела? Что происходит? Рейна, нельзя... Да, за... давай... Зачем ты от пулемета ушла? Что такое? Почему я стрелять не могу? Пулемет не работает. Ненавижу. К4 плюс пробел. Мышь К5, получена способность аспект Шивы. Что? К4 пробел и мышь К5? Это как это вообще нажимается-то?
Где там Маташива? Удерживая мышь, кнопка 4, пробел, плюс мышка К5. К5, офигеть. Вот, вот, вот это вот было вроде. И сколько ты еще протянешь? Ладно, еды дали хотя бы. Только крови минус. Я думала, Феррил разделалась с тобой, дампир. Феррил тоже так думала. Ты темная сука. А я вот здесь. Я видела, как ты ее продала. Очень эффектно. Так ты это видела? Ей пришлось уйти. Боюсь, наверху есть место только для одного предателя. Ясно. А что об этом думает папочка? Думаю, мы очень скоро узнаем. Может, он расскажет мне как раз перед тем, как я его разрежу на куски. Если, конечно, успеет проснуться. Ты грязная девчонка, Эфемера. Играешь в грязную игру. Не позволяй ей отвлечь тебя, Рейн. Соберись. Соберись. С кем ты разговариваешь, полукровка? Моя старая любовь Северин? Где же он? Вот закончу с тобой и нанесу ему визит. Посмотрим, может, старые чувства проснутся. Знаешь, мне что-то в это не верится. Ты к этому готова? Очень. Только тебе придется присматривать за мной. Я такая коварная. Ой, коварная. То есть она по теням, я смотрю, перемещается. Это мне специально показывает, какая она ловкая по теням. Черт, просто дерись со мной! Я просто убью тебя. В свое время, своим способом. О! Неожиданный поворот. Я кнопки забыл, подождите. Рейн, она зависит от теней. Там она берет энергию. Если не пускать ее к тени, она не сможет восстанавливаться. Я... Вот так. Теперь остальные. Нечестно пользоваться подсказками. И то правда. Знаешь что, я притворюсь, что не слышу его. Северин, Эфемера считает, что ты поступаешь нечестно. Замечала, что жулики всегда первыми кричат нечестно. Воспользуйся преимуществом и добей ее. Убей эту суку, Рейн. Хорошо. Я, честно говоря, не подумал сразу, что надо выносить камушки. Да. Время взять кредит в банке. Нифига ты меня! Это что было на фул ХП пробило? Чего так больно-то? Капец. И как вот теперь драться? Фул ХП было, когда пришел. Так тут тень осталась, или это нормально? Нет жертвы? В смысле нет жертвы? Вот жертва. Все, я могу ее пить? Ну, в смысле, бить, бить!
Еще один источник. Где? Получай. Вот это? Нет, вроде. Он? Подожди, как это? Ой. А как я его могу снести? Водой залить надо. Оно не заливается. Не, это... Карус, мне кажется, ты меня путаешь. Нельзя, наверное, здесь с этим ничего сделать. Ну, либо я не понимаю. А, ну да, еще один пишет. А что ж мне с ним делать-то? А. Оно не хуже. Время поесть. Я так умру сейчас. Надо, наверное, получается, вот отсюда сверху закидывать. А, все, я понял. Ё-моё, это так, конечно, очевидно. Во, так, хорошо. Девушка. А еще одну можно девушку? Можно не одну даже, можно. Много можно, в общем, девушек. Ай, ну конечно, вводить. О, девушку вижу. Правда, не очень хорошенькая. Черт, у меня заканчивается кровь. Вы нашли Гаруса в чате? Ну... Получи. А ты найди. Во, хорошенькая бежит. Девушка, девушка, можно с вами познакомиться? Брось эту гадость. Ать. Получи. Ну что, попробовать побить? Она сбежит же сейчас, наверное. Больно, да? Может, переиграть вообще? Ух ты ж! Это самое обидное, да? Ступай в ад, эфемера. 2-2-2, получена способность порабощения? Ух ты! Привет. Что ты об этом думаешь? Великолепно, впечатляет. Теперь тише, смотри вон туда. Как тебе? И мы полетим туда и устроим сукину сыну самый большой сюрприз в его жизни. Не останавливайтесь. Живая. Ни перед чем и ни перед кем. Там у вас нет друзей. Но как же она смогла остаться? Похоже, наша Ферил штучка стойкая. Ненависть, которая сильнее смерти. Наградила каждого из вас за верность. Вы обращены. Теперь докажите, что вы того стоите. Многие почувствуют перемену уже во время боя.
Радуйтесь, примите ее, используйте это преимущество. Месть — наше оружие. Это ваш сияющий меч. Отомстите за вашу хозяйку. Отомстить за это, отплатить за то. На что-то это похоже. Эй, я так не говорю. Ха, похоже, она заканчивает. Летите, ангелы разрушения, демоны справедливости. Летите и убивайте, и умрите за меня, мать вашу. Думаю, они летят туда, куда нужно и тебе. Может, воспользуешься оказией? Хорошая мысль, а ты туда доберешься? Конечно, своим путем. Увидимся в башне Кейгана.